Всем привет! Сегодня в обзоре боевой дракон. Дракон похож на динозавра Рекс. И у него на спине есть пушка, которая стреляет присосками. Идет в коробке, подарочной коробке белого цвета. И со всех сторон у нас вот он с крыльями дракон. С этой стороны тоже у нас фотография с крыльями, с пушкой. Заряженная даже пушкой. И с этой стороны даже есть ручка для коробки, чтобы можно было переносить данную игрушку. И в комплекте мы видим три присоски и крылья. Крылья просто присоединяются. Есть отверстие, куда их просто нужно вставить. Одно и второе. Вот так. И получается у нас такой симпатичный дракон с крыльями. И с пушкой на спине. Пушка заряжается вот такими присосками. Три штуки в комплекте. Просто до щелчка. Все. Она заряжена. Данный дракон у нас работает от двух пальчиковых стандартных батареек типа АА, которые размещены вон две штучки в этом месте. И кнопка включения вот здесь на груди у него находится красненькая. И он у нас просто ходит, кричит и светится. Кричит не громко, не громкий динамик у него, но достаточно. И при этом, как видите, виляет хвостом и качает головой. Чтобы выстрелить из пушки, нужно нажать здесь наверху кнопку. Стреляет он не сильно. Метра два пролетает данный снаряд. Вот такая замечательная игрушка «Боевой дракон». Кому понравилось, ставьте лайки. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.